Всем большой привет, мои золотые и не золотые, вам тоже привет. У меня сегодня будет на завтрак на мукбанг бутер. Бутер у меня сделан, сейчас расскажу из чего. Домашний хлебушек сама выпекала, намазала. Ой. Аккумулятор разряжается, не знаю, что там сейчас у меня получилось в тот момент. Домашний хлебушек. Смазала соус чили, чуть-чуть мазика, колбаска с салями и сыр. И навела зеленый чай. Приятного всем аппетита, кто со мной будет завтракать. Или просто проводить время. Чай прям навела на неделю. Наверное, буду чай пить неделю. Ей-богу. Ой, такой вкусненький. Ой, горячий бутербродик. Вкусняха. Я уж с утра вся в делах. Ну, в каких делах-то? Сосед приходил. Под окном у меня траву скосил. А то мне Толян постоянно скашивает. Он решил помочь. Молодец. Я ему давала косу. Смеемся с ним. Он мне говорит. Толян, приедет, а трава скучна. Я же это скажу, хахаль был. Заставил, скосил. Самый смак. Хлеб такой вкусный. Домашний недрон батон. Горячий бутер. Вот что у меня не просто бутер, а горячий. О. Сыру не пожалела. Как вкусно. Погодка прям солнышко светит. Рабочие трудятся здесь. Скоро будет красота. Ну, конечно, не прям так-так скоро, но скоро. Сегодня вроде как мы договорились на дачу с ночевкой. А мне что-то, честно говоря, сегодня неохота ехать. Ну, может, она не поедет. Она у меня ногу сломала на даче. Вообще ужас. Ну, не на моей даче, на своей она там сломала. Бочка упала ей на ногу и сломала. Сейчас в поликлинику нам поехала. Но они ездили трампунг, бинт, ну, ой, гипс наложили. И плюс как дали по месту прописки к врачу. Она мне любительница дачи. Она прямо оттуда вообще не уезжала. Ну, не знаю, поедем, не поедем. Если поедем, то вдвоем. Брат-то он работает. Дети учатся. Она там в больничном. Посмотрим, не знаем. Так сытно. Мне прям, глянь, ломоть-то. Хлеб отрезала. Все, боюсь, не нажрусь.
остренький. Перестаралась с соусом чили я. Ну, все равно вкусно. О, рот горит от чили. Так, ногти надо привести в порядок. Передачи красил, и уже опять все. Надолго лак не хватает. Но он не облез, а сам какой-то. Бе-бе-бе. Ну, сегодня не хочу ничего делать. Даже ногти не буду приводить в порядок. Сегодня праздник, тем более. Николая Чудотворца. Сегодня понедельник. Я же раньше снимаю видео. У меня все на запас. А выходит попозже. У меня так не получается. Чтоб снял и выложил. Потому что частенький ульяш у меня бывает. Она может и не дать снять, может и дать еще со мной посниматься. И это все от ее настроения. Поэтому у меня всегда на запас. Тут спина чешется. Слабонервный, не смотрите, ради бога, ну вас. Вот на Ютубе у меня самые лучшие, наверное, подписчики. Ну, на Дзене тоже. Ну, прям на Дзене есть такие бяки заходят, гадят. Самое, что интересно, могут комментировать только подписчики, так они не ленятся, зараза, подписаться. Обосрать требелюшки, а после отписаться. Да хоть просто обосрать, а то оскорбляют. Я такая сякая, а они прям, судя по их комментариям, идеальные. Просто идеальные. Я хоть никого не оскорбляю, как меня, как только не называют. И мерзкая, и такая сякая. Ой, ну ничего. Значит, я нам такая, им виднее со стороны. Ой, все, мои хорошие, пузо набило. Теперь до обеда хватит, называется, не охладаю. Ой, извините, пожалуйста, переела. Всем огромнейшее спасибо, кто подписался на мой канал. Кто комментирует, кто ставит лайки, вдвойне спасибо, друзья. Я вас люблю, обожаю, я вас ценю. Вот. Огромный спасибо, прям обожаю вас. Мои лапуленьки, красотуленьки, вы у меня самые лучшие. Вот. Кто еще не подписался на мой канал, добро пожаловать, приходите, подписывайтесь на YouTube, на Дзен. Комментируйте, не стесняйтесь, мои хорошие. Вот, ставьте лайки, вам не сложно, а мне очень приятно. Вот, всем хорошего настроения, самое главное, мирного неба над головой. Пусть нам всем встречают столько на пути хорошие люди, добрые, адекватные. Все, люблю, целую, крепко обнимаю, до новых встреч.